Всем привет, дорогие зрители! В районе Махмутлар в новом проекте продаются несколько квартир. Двухуровневые, а также есть тут одноуровневые квартиры. Я сейчас снимаю самые видовые квартиры 3 плюс 1. В этом проекте есть вся инфраструктура. Я спущусь вниз, потом досниму и покажу вам. Значит, здесь у нас открытая терраса. Я снимаю с верхнего этажа двухуровневой квартиры. Вот тут в этой стороне тоже есть место. Ну, продолжение террасы. Также вид на горы. Ну, здесь когда-то что-то построят. Здесь также строится какой-то проект новый уже. Расстояние отсюда до моря, до воды 693 метра максимум. Вот. Видовая. Видно крепость Алания. Но здесь кран пока что. Его уберут вот за крепость, вот за этим краном. Отсюда прямая дорога к морю. Рядом инфраструктура для жизни. Сеть магазинов А101. Впереди Мигрос, Шок. Все есть. Итак, высота потолков почти 300 метров, 200, 300 сантиметров, то есть 290 между ними. Спальня у нас первая, комната 12,5 квадратных метров. Отмерил лазерным измерителем. В комнате теплые полы. Это спальня 9,5 квадратных метров, детская. Первый санузел. Качественные стройматериалы. Здесь 11,5 квадратных метров. Термопакет, алюминиевые окна. Хозяйская спальня. И второй санузел верхнего этажа. Тоже теплый пол. Они теплый пол туда поставили, сюда поставили. В санузлах и в одной спальне есть теплый пол. И здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Также можно кухню отделить. Тут встроенный шкаф глубокий. Вот балкон. 3 плюс 1. Рядом средняя школа. Здесь у нас санузел без душевой кабинки. Итак, я сейчас продолжу съемку, там еще несколько квартир. Цена этой квартиры 260 тысяч евро. Есть маленький торг. Показываю другую квартиру. Так, входим. Квартира тоже двухуровневая. Квартира 2 плюс 1. Вот такие двери. Санузел первый.
балкончик. Здесь сторона южная. Так, квартира была сторона юго-западная и запад-север. Три стороны. Это чисто южная. Поднимаемся наверх. Большой санузел на верхнем этаже. Пусть кладовка большая. Первая спальня. Вид на море. Теплые полы. И вторая спальня. Выходом на террасу. Здесь 12 квадратных метров. Плюс-минус 12,5. Цена этой квартиры 153 тысяч евро. 2 плюс 1. Там жилая площадь в той квартире была где-то 150-160. Здесь жилая площадь 110. 100-110 максимум. С балконами вместе. Так. А на уровне квартиры продано. Остались дуплекс квартиры. Есть подороже. А я сейчас спущусь вниз, покажу вам инфраструктуру. У нас лифт фирмы Коне. Вот. Этаж 12-этажный. Два лифта. Вместимость 6 человек здесь и 6 человек там. Итак, здесь у нас зона барбекю. Беседку еще не доделали до конца. Там у нас фитнес, детская игровая комната, здесь аквапарк, большой бассейн, там он открытый бассейн, наверху теннисный корт, футбольная, мини-футбольная площадка. Да, еще не докончили все. Большой открытый бассейн. Аэроларуста. Здесь зона отдыха. Через месяц все будет готово. Санузлы. Сауна. Тут хамам. Римская парная комната большая. Насколько она большая. Да. Сауна. А, турецкий хамам тут у нас. Большой тоже. Спасибо. Все. И вот фасад здания. Давай, 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 поднимайся. Так, так, да. Там теннисный корт, открыта парковка. Чихаю. Так, дорогие зрители, у меня есть много вариантов. Просто не успеваю снимать. Звоните, на месте все покажу.
Все, с вами был Агаси, Солнечный Лани, район Ахмутлар. Всем пока-пока.